Мелкие Семишемики, и да, я решил продолжить проходить их под названием Dark Souls 2. Дать я, наверное, немного потише сделал, потому что игра очень сильно орёт. Сильно, именно сильно. Так, немного себя отдалю, чтобы была более-менее... Мне нужно немножко прибавить. Ну, думаю, где-то так сойдет. Так, давайте вообще вспомним, что, на чем мы вообще закончились. Единственное, что я помню, это. Мы открыли безлюдную пристань. И еще у меня на дальнем огне. Огненная башня, да? Если не ошибаюсь, там у нас этот. Место с драконом было. Какая-то позиция. Колесо защиты жизни. Божественное кольцо, которое... Которое. Так, хорошо. Ага, рыцари. Но мне, по идее, нужно вон туда. Там, где дракон. Чертов FPS, конечно, мне вот это не радует. Ага. Типа 20 FPS, это вам... Это не норма. С костра, конечно, выходить тяжко. Ладно, это как бегать. А, пробел сажать. Чё так страшно? Плевать на души. Умру, умру. Оставьте меня в покое. Дракон, помогай. Что происходит? Не вижу. Дракону, помоги! Ё-моё! Я урона вообще никакого не наносил мобом. Ладно, с драконом, в принципе, я думаю, будет все нормально. Мне главное разобраться с этими челиками. Да, тут же еще хп уменьшается после... О! Тихо, 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 тихо. И чё?
Окей. Один в минусе. Так, мне бы как-то гиганта на самом деле сделать так, чтобы он упал. Потому что он мне будет очень сильно мешать здесь. Ладно, пока. Фу, он встал на месте, все хорошо. Так, теперь мне нужно как-то того выманить. Как бы это сделать? Потому что драконы я не смогу так убить, пока они здесь будут мне мешать. Вещи, снаряжение. Найс. Минус фляга. У меня их почему только 3. А как переключать? Так, это ходьба, бег. Это постоянный блок. Подожди, а, вот. Его знает. Я думаю, как рыцаря того достать сюда, вы понимаете? О, он меня заметил. Идет, идет, идет. Все, все, он меня заметил, наконец-то. Давай, паренек. Ой-ой-ой. Вот зараза. Почему ты не атаковал? Так, теперь этих троих надо как-то куда-то вывести. Там тропинка есть. А-а-а, там еще что-то и лежит. Так, ребят, давайте я этого загрю, вашего друга. Что здесь? Какого черта я первый атаковал? Так, ребят, сюда. Там ворота открыты, подождите, я там. Проход сокращения открывал. Блин, но я все равно сейчас буду драться с двумя гигантами. И у меня осталась одна фляга, не забываем. Найс. Отлично.
Короче, я понял, я буду ставить на паузу, ребят, бегать и смотреть, где вообще, что я еще не взял. Окей. Так что я понимаю, это до жопы. Да, как-то так будем, на паузе. Все, да, я вон увидел костер. Тогда я сейчас телепортируюсь на этот костер. Пробегаю наверх, забираю то, что там лежит. То есть это жопа. Мне нужно стамину прокачивать. И хп. Вообще, а что мне по статьям? 8 жизней. Стойкость, физическая. Ну, сила и ловкость я, походу, уходил. Только не говори, что ты меня увидел. Я понял. Мы делаем иначе вещь. Нет! Пидорас! Пидорасина! Так, забрать души и хотя бы сдохнуть не так уж далеко. Отдай пройти! Я не знаю, как их загнать куда-то, чтобы они, типа, попадали все. Надо их куда-то так отвезти, чтобы они там подохли. А это я еще не всех приманил сюда. А-а-а. Почему они отстать от меня не могут? Ну отстаньте! Что я вам сделал? Почему дракона меня дышит? Вот встаньте, дайте пройти! Все, я не хочу, все. Мы сюда больше не придем. Я ухожу отсюда. Я передумал. Надо их поймать и... Куда-то так загнать, чтобы они за мной не шли. Они сильные для меня. Да, пускай у меня 45 уровень, но они сильные. Я думаю, можно заточить оружием. Но это самое... Такое нормальное оружие у меня есть сейчас.
Не знаю, давайте еще раз попробуем. Мне все равно нужно будет свалить, так как у меня есть души на прокачку. Жизни вкачивать. Знает. Типа можно, как бы. А ниже это мы с вами, кажется, открыли. Куда проход? Снова, понимаете, 16 минут в никуда. Что мы делаем 16 минут? Ни хера непонятно. Ладно, тогда мы сейчас попытаемся все-таки пройти. Ага. Прокачал я новый уровень. Так, подожди, подожди. А что мы с вами нашли? Вещи. Маленькая. Так, гладкий шар с камень, это было. Нет. Осколков нету. Тут тоже ничего такого нету. Ладно. Сейчас что-то попробуем сделать. Кольцо солдата короля. Кольцо с печатью солдата увеличит максимальный переносимый груз. Вот, это хорошее колечко для меня было бы. Так, ну мне точно не сюда. Мне бесит то, что здесь мало FPS. Я не могу сделать FPS, чтобы он был, ну, не 60. Он бывает проседает до 27. Это очень напряжно. Кажется, нам сюда, да? Да. Так, а корабль приплыл, да, если не ошибаюсь? Да, он, кажется, корабль стоит. Или это не он? Я уже не помню, честно скажу. О, нихера себе. Я еще их довольно быстро. Убираю. Фу, я чуть не упал. Здесь упасть это смерть. Чтобы вы понимали. Так, а, то был, походу, мусорный, да? А вот это вот нормальный. В принципе, он тоже с двух тычек сдыхает. Ладно, фиг знает. Кто здесь сильный, кто здесь слабый. А-а-а.
На самом деле, вот снова просадки. Так, а факел у меня есть, интересно? Подождите. Факелаж, они, кажется, юзабельные, да? М-да. А, как мне это сделать, ё-моё? Так, тут я был. Потому что здесь еще вот эти челики, да, вот лазят. Я говорю, здесь надо быть осторожным. Я его не помню, я не хочу с ним драться. Так, подожди, я здесь же был уже, я собирал эту херь, нет? Тут просто есть челики, довольно опасные, я с ними не хочу сражаться. Понимаете? Тут всегда проблемы со флягами этими сраными. Да, здесь я был, я тут собирал мусорные вещи. Так, подождите, мне сначала сюда нужно было идти, потом мы отсюда идем сюда. Тут просто есть враги, такие как кровососы, и они довольно опасны. А, вот, тропинка вверх. Я не понимаю, почему он... Вот так он сразу, видите, бьет. А там он, типа, ударил и идет задержка. Так, кажется, мне туда. Почему они на меня не нападают? Как лук поставить? Как лук поставить? О, поехали. Ну бей! Бей, блядь! Почему он не атаковал?
Сейчас чисто, чтобы вы понимали. Я пытаюсь убить... Вот там еще псина одна, нихера себе. Убить... Ударить таким способом, да? Когда врагов нету, типа нормально атакует. Как враги есть, я нажимаю, он не атакует. Чё за бредятина? Ну, я хотя бы души забрал. Только я все равно не понял, как мне атаковать с помощью лука. Типа флягу, окей, я понял, как переключать. Подождите, настройки. А. Нихера легко. Вот я опять атаковал, чё оно не атакует? Чё ты не атакуешь? Я нажимаю, не атакует. Пиздец. Как в эту игру играть потом? Ну атакуй, ну почему ты ждешь? Чего ты ждешь? Тупая игра. А это масло, я понял. Потом играй нормально в эти игры. Тупые. Ясно. Ага. Здорово. Чё как? Ну иди уже сюда, давай. Не лагало бы? Если бы все отвечало отлично, я говорю, проблем бы вообще никаких не было. А. А тут спуска нигде, да, нету? Мне только в дом? Ой, бля. А так рели, да, некуда? Ну, я понял, я снова нихера не прошел. Так, спрыгнуть я там как-то смогу. Смогу.
Ну спрыгну, ну чё ты? Потому что я не знаю, куда дальше идти. Ну я как бы знаю, но... Как мне этот мост опустить? Легально. Там пройти... Ладно, я, короче, сдохну, поэтому... Да. Поэтому да. Короче, нужно чисто в фарм уходить и чисто фармиться. Поэтому это дело никак не пойдет больше. Страдай, пытайся. Короче, нужно жизни вкачивать, это не дело. А, короче, эту серию вы все равно не увидите, я ее удалю, потому что здесь ничего нету. Поэтому как-то так. Так, ладно, чтоб, короче, серия все-таки была не пустая, я решил немножечко, так сказать, осторожненько это дело пройти. Для этого, как вы видите, здесь врагов нету, тут тоже нету, и там лежит только дракон. Сейчас будем к дракону бежать. В чем проблема? Ну как? Как это все провернулось? У меня даже еще две фляги. Первое, самоцвет жизни используем. Пускай хоть немного, но отличит. Давайте хотя бы дракона этого чертова убьем, да и все. Здесь дело вот в чем. Я закупился стрелами. Я купил 30 стрел деревянных. Ну или больше. И за счет стрел я по одному, типа, врагу вызывал, типа, на поединок. Каменные, они довольно легкие, но с остальными были проблемы. Не знаю, смогу ли я что-то сделать, не смогу. Ау. А, да. Но я понял, что это была опасная вещь, поэтому... Все. Найс. Окаменевшая кость дракона. Щит дракона. Все. Найсик, 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 найсик. Ну там, как я понимаю, босс, потому что там туман, ребят. Ну, хотя бы, знаете, для какого-то контента я сделал это. Я немножко, конечно, вкачал три вещи. Это по статье я вкачал три хпшки, чтобы мне было 1000 хп. Манать, мы, чтобы вы понимали, я уже играю 9, ну сколько, 10 часов, да, в эту игру. И где мы только находимся, мы вообще почти не продвинулись. Старый лучистый самоцвет жизни. Человеческая фигурка. 5 штук. Неплохо.
Ну, в принципе, теперь мы можем сюда просто бежать, на врагов не обращая внимания, и просто заходить к боссу. Так, 8000, это на 2 уровня мне как раз хватает. Что мне дали? Человечность, это понятно. Семя дерева и гиганта. А, кость порядка, да, кажется? Или нет? Что мне дали? А, вот это мне. Окаменевшая кость дракона. Усиливает особое снаряжение. Окаменевшая кость дракона. Большая окаменевшая кость. Усиливает снаряжение, созданное из особых душ. Ее называют костью дракона, но она на самом деле никто не знает, какого существа она принадлежит. Как бы то ни было, в таких костях сокрыто огромное могущество. Прикольно. Потом обычные деревянные стрелы. Колечек у нас новых нету. Каменное кольцо снижает равновесие противника. Но это, блин, не знаю. Тоже 50-50. Потом я выбил перчатки полигона. Ну, из этих врагов. Полого пехотинца. Это снаряжение полых пехотинцев. Самые простые перчатки, к тому же, сильно изношены. Развалится на глазах. Используйте только в самых крайних случаях. А, это уже было. Поножи пехотинца. Вангирца. А, вот. Щит дракона нам же еще дали. Точно. Ну, слушайте. По состоянию он довольно так нормальный. И поэтому он тоже нормальный. Щит с изображением переплетающих драконов. Контраст черного и белого символизирует упадок и течение всего сущего. А змееподобные драконы следят за доходом времени. Владелец этого щита ждет удача в бою. Хм. Это семейное достояние. Так. Так, а давайте я лучше так сверю. Ну, слушайте, в принципе, он 100% защиты не дает. Весит он меньше намного. Но мне нужно 100% блокировки, понимаете? Да, пускай у меня лучше будет 100 защиты физической, чем 90, чтобы меня еще и пробивали при этом. Идеальный щит. Не вижу смысла. Ну что, ребят, тогда я думаю, в следующей серии мы с вами продолжим. Все-таки. Я думал, это будет бесполезная серия, оказывается, нет. Ну, типа, знаете, мы вспомнили, что у нас было. Да, я побегал, блин, в двух локациях. Это вот здесь и еще. Теперь я хотя понимаю, что я могу просто рашить, да и все, и не задумываться о последствиях. Ну, типа, что здесь? А двое тут стоят. Один, короче, к тебе бежит, потом их оббегаешь. Трое там. Ну, там, конечно, посложнее будет их оббегать. Поэтому я даже не знаю, лучше отсюда к ним бежать, либо бежать лучше с того костра. Тут тоже, как бы, спорный момент. Ладно, давайте я быстренько в Маджулу отправлюсь. Мы с вами поднимем немножко уровень. И починка. Истоки этого заклинания теряются в глубинных веков. Они чуть не от оружия и броню. Прикольно. Так, новый уровень. Блин, я даже не знаю. Но мне лучше там ловкость качать, потому что я смотрю, у меня на оружие каком-то не хватает ловкости. Сейчас покажу, подождите. Так. Вот на вот это мне нужна ловкость. Так, здесь 80, да? Но мне нужно это прокачать, чтобы... Ну что здесь? Здесь С и А.
Так будет, ну, в принципе, цейца. А ефиг, мне нужна ловкость. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.